Всем доброго дня. Сейчас мы покажем вам и распакуем игрушку, чесалку для домашних животных. Ну, мы ее купили для кошки, но я думаю, для небольших собак она тоже прекрасно подойдет. Итак, вот коробочка такая. Фирма Кэтит, наверное, так она называется. Здесь на обратной стороне инструкция, как ее вешать. Сейчас я распакую и как-то вам покажу. Так она распаковывается. Вот так она вынимается. Значит, с ней в комплекте идет пакетик с мятой. Мята вкладывается внутрь игрушечки, вот сюда она насыпается. И идея игрушки заключается в том, что мы эту игрушку приклеиваем или привинчиваем, как показано на инструкции. Мы ее привинчиваем на угол, вот таким образом, к стене. И кошка, чувствуя запах этой мяты, будет щеками своими, своим любимым местом, которое она обтирает обо все, будет с удовольствием обтирать об эту щетину. Нашей кошке это очень нравится, но мы купили еще одну для еще одного угла, которую решили вам показать. В комплекте есть еще вот такие наклеечки, двухсторонний скотч, чтобы не портить стены, можно просто наклеить и таким образом использовать.